Идеология нацизма появилась задолго до Третьего рейха и живет до сих пор. Среди тех, кто стоял у ее истоков, Горегин Нжде, который стал символом политики современной Армении. Отношение к Нжде в современной Армении по масштабу можно сравнить с культом личности. В память о нем там чеканятся монеты, снимаются документальные и художественные фильмы, издаются книги. В Ереване одна из центральных площадей названа именем Горегина Нжде, а в 2016 году был установлен огромный памятник с цитатами этого идеолога фашизма. Идеологическая основа сотрудничества армян, в особенности дашнаков, с нацистами была заложена еще в 30-е годы 20 века. В то время министр оккупированных восточных регионов Германии Альфред Розенберг поручил руководителю Института востоковедения в 1926-1936 годах доктору Арташесу Абидяну создать комитет для исследования истории и антропологии армян. Спустя 5 месяцев после создания комитета Розенберг представил Гитлеру отчет, из которого вытекало, что армяне относятся к арийской расе. Идея превосходства армянской нации над другими лежала в основе идеологии цехокранизма, автором которой стал Горегин Нжде. Любая националистическая идеология, она похожа. Они, в общем, строятся по одному и тому же принципу. И Нже, в общем-то, ничего нового не сказал, хотя он пытался доказать, что его идеология более древняя, более ранняя, что она еще в 1919 году, он еще тогда ее планировал, как тогда уже были вот эти самые основы цехокрона, когда они там собирались, армяне давали клятву верности народу, расе, крови, земле и всего остальному. Основа идеологии цехокранизма была заложена еще в годы Первой мировой войны. Именно вера в превосходство армянской нации над другими спровоцировала межнациональные конфликты в Турции. В тот период, мы знаем, в Первой мировой войне, в 1915 году происходили столкновения на территории Турции. Армяне начали этнические чистки, хотели выгнать курдов, поскольку на тех территориях, где они жили, курды составляют 60-70%. Но армяне были более организованы, у них были деньги, они, в общем, собрали оружие и, в общем-то, хотели, пока Турция терпела поражение на фронтах, в общем, провести свою войну. Вот. Ну, понятное дело, что Турция не могла согласиться с тем, что в тылу у нее происходят подобные явления, вот эти межнациональные столкновения. Армяне готовились к этим столкновениям давно, с созданием первой армянской националистической партии, а по сути террористической организации «Арминакан» в конце 19 века. Появившиеся вслед за ней Гончак и Дашнак Цутюн поддержали выдвинутую создателями «Арминакана» идею национального превосходства. Идея превосходства армянской нации над другими роднит цехокранизм с фашизмом. Само слово «цехокрон» происходит из двух слов, которые в переводе с армянского языка означают «раса» и «религия». Нже, как и нацисты, они обращались в прошлое. Вообще весь любой национализм, он смотрит назад, он не смотрит вперед. Вот он на то и построен. Он ищет основу, он ищет базу в том прошлом, которое у него было. Он его героизирует, это прошлое, он его мифологизирует, это прошлое. И в итоге получается, что прошлое лучше, чем будущее, чем настоящее, и мы оттуда перетянуть должны все самое лучшее вот в сегодняшний день. Вот так строится эта идеология, вот эта националистическая. В Германии перед создателями фашизма стояли другие задачи. Нужно было решить проблемы, появившиеся после поражения страны в Первой мировой войне. И без того сложную экономическую ситуацию усугубляли огромные контрибуции, которые вынуждена была платить Германия. Надо было найти того, кто был виновен в этом поражении. Тем более, что так получилось, что как бы немцы потерпели поражение, но ни один иностранный солдат на территории Германии не находился. Вот это было немцев удивляло. Получалось так, что политики их предали. Вот, исходя из этого, они искали врага, а врага находили в национальных меньшинствах. В Германии самым видным таким национальным меньшинством были евреи, хотя они составляли меньше 1% населения, но в силу обстоятельств они оказались наиболее видной частью населения, поскольку обладали невероятным экономическим могуществом.
Когда идея национальной идентификации себя исчерпала, на первый план вышла идея принадлежности к древнейшей религии. Самым древним оказался культ языческих богов. Так появился лозунг «Мы лучшие, потому что самые древние». Знакомый лозунг, не правда ли? Так началась на первый взгляд невидимая борьба нацистов с христианской церковью. Гитлер намеревался восстановить культ поклонения германским языческим богам и вернуть Германию в мифологическое прошлое. Намерения НЖД были теми же. Он тоже обожествлял богиню Анаит, бога Ваагана, и тоже говорил о том, что христианство нас испортило, и таким образом пытался, в общем, как-то соединить, создать какую-то новую синкретическую религию. Джей говорил, что нужно подчиняться вождю, вождь – это так, как бы наместник Бога на земле, ну, это, грубо говоря, но это уже примерно так и мыслилось. Так? И вот этот культ вождя, значит, он должен быть внедрен в сознание широких масс армянства. То есть, что скажет вождь, то нужно выполнять. Культ вождя в Тихокроне – почти точная копия культа фюрера в фашизме. Именно схожесть двух идеологий стала причиной того, что армяне по всему миру добровольно сотрудничали с фашистами. Среди идеологов и ярых сторонников фашизма, армян по национальности, необходимо выделить Александра Хатисова, входившего в ближайший круг Геринга, а также основателя и лидера венгерской фашистской партии «Скрещенные стрелы» Ференца Салаше, на самом деле носившего фамилию Саласян. Он пропагандировал идеи этнической чистки по всей Европе, уничтожил тысячи евреев и цыган. Салаше этнически был армянин, его фамилия настоящая Саласян. Армянская община была очень незначительной в Венгрии, но они там проживали с 18 века. Он служил в австрийской армии, был офицером австрийской армии, и оказался, был одним из идеологов хунгаризма. Хунгария – это Венгрия, название Венгрии – Хунгария. Он был идеологом хунгаризма, хотя, в общем-то, в этническом отношении он венгром не был. Но всегда бывают наиболее опасными те люди, которые, не являясь этнически принадлежащими к господствующей нации, они стараются быть больше католиками, чем римский папа. То есть они стараются быть большими националистами, чем представители коренной национальности. И это самое такое очень чреватое последствиями явление. Да. И он активно помогал нацистам в деле истребления 400 тысяч венгерских евреев. Именно нацисты привели Салаше к власти, уверовав в исповедуемую им националистическую идеологию. К этому времени идеология армянского превосходства над остальными народами и представителями других конфессий уже полностью сформировалась, что стало залогом преданности армян делу нацизма. Горегин НЖД даже выступил с лозунгом «Кто воюет за Германию, тот воюет за Армению». Десятки тысяч армян откликнулись на совместный призыв Дроу и Гиммлера присоединиться к фашистам. Сразу после этого численность армянского легиона вермахта увеличилась с 8 до 30 тысяч человек. В декабре 1942 года генерал Дро организовал армянский национальный комитет, который был призван представлять проживающих в Европе армян в структуре власти фашистской Германии. Этот комитет стал центром пропаганды армян против СССР и в то же время координировал деятельность армянских национальных отрядов в составе вермахта по уничтожению евреев. Этим занимались армянский легион и отряд «Дромедар». Об этом же есть свидетельство в 1941 году, есть отчет батальона «Дромедар», который был исключительно из армян состоял, об уничтожении 27 тысяч евреев, которое происходило с ноября по декабрь 1941 года, Керченский ров знаменитый, вот эти все. Это и было их дело. И не зря в 1944 году по постановлению Государственного комитета обороны все пособники нацистов, которые жили в Крыму, которые помогали немцам, в их числе были болгары, греки и армяне, я подчеркиваю, были высланы за пределы Крыма и отправлены в ссылку за то, что они пособничали врагу. В Крыму был город такой армянский, я не знаю, сейчас есть или нет, скорее всего, сохранился, но все жители этого города и все, кто жили в Крыму, они были высланы.
за сотрудничество с нацистами. В реализации планов по уничтожению Советского Союза руководство фашистской Германии опиралось на армян, отравленных пропагандой НЖД. Используя армянское население в Крыму и на Кавказе, они готовились поднять бунт в этих регионах и создать хаос. Однако неудачи на фронте вынудили их отказаться от этих планов. Когда советская армия вошла в Болгарию, НЖД почувствовал приближение конца войны и стал искать новых союзников. В это время он обращается с письмом к советскому генералу Толбухину. В своем письме НЖД, чтобы оправдать себя, пишет, что сотрудничал с нацистами только потому, что рассчитывал с их помощью уничтожить турок. Он призывает Советский Союз объявить войну Турции и обещает поддержку всего армянского народа. Показательно, что во время суда над НЖД главным пунктом обвинения стало дело о расстреле в Татеве. Было доказано, что после занятия Гориса НЖД расстрелял, а частью живыми сбросил с Татевской скалы до 400 пленных коммунистов и красноармейцев. В качестве оправдания сам НЖД заявлял, что были расстреляны не красноармейцы, а турки, словно национальность убитых имела значение. И снова перед нами яркий пример националистических убеждений идеолога армянского фашизма. Как это ни парадоксально, идеология фашизма оказалась близка и руководителям советской Армении. Еще в советский период, в 1983 году, прах НЖД, скончавшегося в 1955 году, с почестями перезахоронили в Армении. Буйным цветом культ НЖД расцвел после распада Советского Союза. Начиная с 1990-х годов, под влиянием идей НЖД был создан ряд партий. Это и поклонники рода Армении, устав которой называется Цигакрон, и партия Цигакрона НЖД. Идеологию Цигакрона в своей платформе поддерживает и Республиканская партия Армении. В современной Армении была воссоздана также молодежная организация Цигакрон, которая с 2004 года сотрудничает с Армянской апостольской церковью в гонениях на религиозные меньшинства. Постепенно образ НЖД приобретает черты канонического мученика и борца за независимость Армении. Более того, идеологи движения армянского неоязычества объявили НЖД пророком и ежегодно устраивают паломничество к месту его захоронения. В 2004 году была издана книга «Горегин НЖД и его учение», которая предназначена стать настольной книгой каждого армянина. После открытия гигантского памятника НЖД в центре Еревана стало понятно, что современных армянских националистов не волнует тот факт, что НЖД – нацистский приспешник и преступник, героизация которого во всем мире оценивается как поддержка совершенных им преступлений против человечества. И если Армения хочет интегрироваться, конечно, в общемировую семью, хочет стать частью Южного Кавказа, хочет открыть транспортные артерии, как уже заявлял министр экономики Армении КВН, что Армения хочет стать такой же, как и все остальные, она, конечно, должна по-другому подходить к этим вопросам, проблемам национальной идентичности. То есть, оставаясь патриотами своей страны, будучи армянами, они должны просто по-другому относиться к другим народам. То есть, быть более открытыми, более доброжелательными и не вспоминать прошлое. Не думать об этом. Думать надо о будущем. Взгляд должен быть устремлен только вверх, но не вниз. И не нужно тянуть историю, ту, которая когда-то была, за собой. Этот груз ни к чему хорошему не приводит. Потому что она тянет за ногу обратно. Она не дает спокойно ходить. Это все уже ушло, это прошлое. Нужно строить будущее. А будущее должно быть без национальной ограниченности. Надо шире смотреть на мир. Вот это то, что может привести к процветанию, к жизни нормальной, человеческой. В 21 веке многие народы мира сотрудничают во имя общего блага и общего развития. Большинство государств понимают, что к развитию и процветанию народов ведет политика мультикультурализма и толерантности. А интеграция в мировое сообщество лежит через добрососедские отношения и взаимоуважение народов. Любовь к своему народу, к своим традициям и своему языку сегодня напрямую связана с восприятием человечества как единого организма. В то же время мультикультурализм и толерантность не исключают национальную и религиозную самоидентификацию. Напротив, на уважении к религии, культуре и обычаям, языку других народов и зиждется собственное национальное развитие.
На понимании этого и основан успех Азербайджана. В отрицании этого – поражение Армении.